Всем привет, я начинаю девятую серию своего прохождения игры «Корсары 3. Тайны дальних морей». Напомню, что в предыдущей серии Питер Блейк выполнил квест «Найти тайник Пиката», и по его завершению автоматически открылся новый квест «Найти Рубиуса Юджина». И там появилась запись, что нужно идти к местному товарищу здесь, в Тартуге. И вот Питер Блейк расспрашивает его по поводу Рубиуса Юджина. Тот говорит, что этот старик несколько месяцев назад был здесь в таверне, но куда потом делся, он не знает. Но также он сообщает, что он здесь общался с неким русским, Александром. И вот корвет апостол Петр этого русского неделю назад снова был на Тартуге. Поэтому имеет явно смысл расспросить портового управляющего здесь по поводу этого корвета и этого русского по имени Александр. Питер идет к портовому управляющему, он находится вот в этом доме. Задает ему вопрос по поводу судна апостол Петр. Управляющий спрашивает Питера, не корабль ли это странного русского. Питер подтверждает. И управляющий говорит, что это судно отправилось на остров Святой Евстафий. Соответственно, Питеру нужно держать курс именно туда. Питер прибыл на Святой Евстафий, но визит к товарищику ничего не дал, там нет соответствующей ветки разговора, а здесь подбегает на улице девушка и просит Питера помочь, так как за городскими воротами избивают ее мужа. Это скрипт, Питер отказаться не может. Здесь сразу нападают двое бандитов. Теперь надо разделаться с последним, который отделывает мужа этой горожанки. И он благодарит Питера за свое спасение, очевидно, говорит, что эти трое приставали к его жене, и он был вынужден вмешаться. Далее подходит, собственно, его жена, тоже благодарит Питера и спрашивает, по каким делам он сюда прибыл на Святой Евстафий. Питер говорит, что он ищет Александра, капитана корабля «Апостол Петр». Эта горожанка говорит, что она его знает, и он буквально только что проследовал в таверну местную. Следовательно, теперь уже можно идти в таверну. Видим, никакого русского здесь нет, значит, надо поговорить с товарищиком. Тот говорит, что он спускается как раз по лестнице, этот русский по имени Александр. Ну, естественно, здесь все они выглядят как Фадей Московит, Александр и прочие. Все русские на одно лицо и одна комплекция. В общем, Питер спрашивает его насчет Рубиуса Юджина. Тот говорит, что Рубиус принадлежит какому-то братству, но насчет братства он, в общем, ничего не знает. Тем не менее, он зато знает, где находится Рубиус Юджин, он на Кюрасао, так как у них там назначена встреча, но он, этот Александр, успеть на эту встречу не может. Соответственно, Питер может отправиться на Кюрасао, и там он найдет этого самого Рубиуса Юджина. Как только Питер отплывает от Святого Евстафия, по скрипту переходим на палубу корабля. К нему подходит матрос и говорит, что за ними следует какой-то фрегат под пиратским флагом. Ну и Питер говорит, что если бы они хотели на них напасть, то давно бы напали. Следовательно, нужно спускать шлюпки и плыть к этому фрегату. Здесь Питер начинает разговор. Этот капитан спрашивает, что Питеру от них нужно. Питер же задает встречный вопрос, откуда этому капитану известно его имя. В общем, этот капитан говорит, что встреча с Александром была подстроена братством, что Александр и Рубиус также, я так понимаю, этот капитан все в братстве. Питер спрашивает, где найти Рубиуса, капитан отвечает, что на Кюрасао.
общем, зачем эта встреча, откровенно говоря, я не понимаю, так как Александр уже сказал, что следует Рубиуса искать на Кюрасао. Ну, в общем, странно. Я, честно говоря, думал, что эта встреча с Александром была подстроена журналом, который сказал, что нужно идти к товарищику в Тартуге и расспрашивать его. Оказывается, это братство все подстроило. Ну да ладно, в общем, понятно, что это еще одна сцена, которая указывает на то, что не только Питер, но, в общем, и я, по крайней мере, ничего не понимаем в этой истории. Это мы уже давно зафиксировали, следовательно, просто плывем на Кюрасао. Питер прибыл на Кюрасао, здесь на причале к нему подбегает, кто бы вы думали, ну, конечно же, Джона Морелли, и говорит, что Рубиус будет ждать Питера в доме недалеко от выхода в джунгли. После этого он исчезает. Я надеюсь, что с Рубиусом разговор будет хоть немного более информативным, чем с этим Морелли. Теперь понятно, по крайней мере, что они действительно с Рубиусом заодно в каком-то братстве. А это значит, что карты, судя по всему, действительно ничего не стоят. Хоть какая-то ясность. Я так понимаю, вот этот дом ближе всех. Да, здесь находится Юджин. Но Питер, естественно, набрасывается на него с вопросами. Первый вопрос по поводу карты. Юджин отвечает, что карта стоит примерно столько же, сколько его сапоги, ну то есть почти ничего. Что эта карта была своего рода проверкой Питера, что Питера послали на Карибы какие-то злые дяденьки с какими-то злыми, коварными целями. Питер спрашивает, что это за дяденьки, что это за злые цели. А Юджин уклончиво отвечает, что ему это пока неизвестно. Ну, в общем, если неизвестно, почему они должны быть плохими, почему эти цели должны быть тоже коварными. Ну, в общем, дальше Юджин предлагает Питеру вступить в их братство, при этом, в общем, ничего не рассказывает больше, кроме того, что я уже озвучил. Интересно, над чем надо подумать Питеру, если, в общем, ему не предоставили никакой информации. В общем, разговор, прям скажем, немногим более информативен, чем с Морелли. В общем, теперь только понятно то, что Питеру предложили вступить в братство, и кто-то его здесь использует. Как только Питер выходит из дома, где он общался с Юджином, появляется запись, что неплохо бы сходить в местную таверну. Здесь он встречает своего старого знакомого Майкла Харта. Далее они садятся выпить, и заходит разговор о том, что раньше этот Майкл Харт направил Питера на поиски Вилдмана, и Питер рассказывает вкратце историю, что он нашел Вилдмана уже мертвым в доме. Его же обвинили в смерти Вилдмана, посадили в тюрьму, но ему удалось выбраться. Этот Харт говорит, что ждал его целых две недели в Пуэрто-Рико. Насколько я помню, их встреча была в Бриджтауне на Барбадосе, а не в Пуэрто-Рико. Странно. Далее Харт говорит, что он здесь ищет некого Рубиуса Юджина. Питер отвечает, что впервые слышит это имя. И, в общем, я так понимаю, недоумевает, почему губернатор Пуэрто-Рико ищет Рубиуса Юджина. Также появляется запись, что теперь надо плыть в Ла-Вегу к Беккету. Питер прибыл в Ла-Вегу, идет к исполняющему обязанности губернатора Беккету. Тот сообщает приятную новость, что все дела, которые были у Питера на Антигу улажены, то есть теперь Питер может посещать английские колонии. А негативная новость состоит в том, что у Беккета для Питера заданий нет. Что ж, теперь Питер переносится по скрипту в таверну. Здесь он беседует с каким-то Фернандо Торресом. Кстати, такой же персонаж есть и в ГПК. Ну да ладно. Так вот, этот Фернандо Торрес рассказывает, что он тоже был капитаном, но на их корабль напала черная жемчужина, на которой матросами скелеты, а их капитан вообще там из преисподней. В общем, эту черную жемчужину надо искать на каком-то острове Исла-де-Муэрто. Где этот остров, никто не знает. Попасть туда может только тот, кто там уже был. Но следы этой черной жемчужины надо искать где-то на острове Пиратского Соломона. Я так понимаю, что Питер загорелся идеей теперь искать эту черную жемчужину. Ну вот, открывается квест «Корабль-призрак». Старые квесты Беккет
и поиски Юджина уходят в архив. Никаких записей новых там нет. А в Квесте Бекет тут одна запись, что у него нет заданий. Но я так понимаю, что теперь Питеру надо отправляться на остров Исламона, искать там следы Джека Воробья, который что-то может знать о черной жемчужине. Как только Питер отплывает из Лавеги, мы видим ролик из «Пиратов Карибского моря», он попадает в шторм. Очевидно, что он здесь будет без денег и без корабля. Откровенно говоря, Питер все это предчувствует, уже положил все деньги ростовщику в Лавеге. Видим, что он ничего не помнит, ничего не соображает. Помнит только, что он искал какого-то Джека Воробья. Дальше, в общем, он разговаривает с Джеком Шепардом из сериала «Лост». В общем, «Лост» — это очевидный для меня символ сериала, где много вопросов и никаких ответов на эти вопросы. В общем, там, где зрителя постоянно водят за морковкой, потом обманывают и ничего не дают. В общем, «Пираты Карибского моря», конечно, в этом плане тоже показатель. Ну, в общем, откровенно говоря, прям скажем, я опасаюсь уже, что здесь будет то же самое. В следующей же локации в джунглях Питер останавливает голландские солдаты и спрашивает, кто он такой. Питер отвечает, что не знает, так как у него потеря памяти. Дальше они ведут его к губернатору. Этим губернатором оказывается Фиджеральд Диас. Он рассказывает, кем является Питер, а именно испанцем, капитаном корабля, а также спасителем его дочери. Далее он рассказывает, видимо, историю, как Питер гонялся за резаком и спас его дочку. Питер что-то вспоминает, по крайней мере, он вспоминает, что резак до сих пор не пойман, он на свободе. Далее он падает в обморок. В общем, Питеру явно нехорошо. Губернатор послал своего врача к Питеру. Тот дает Питеру микстуру и говорит, что если Питер будет принимать ее, то постепенно память восстановится. Что ж, это замечательно. Я думаю, что Питер не безнадежен. Далее Питер выходит от губернатора. К нему здесь подходит тот, кто к нему часто подходит на улицах, а именно Малькольм Харт. Этот Малькольм спрашивает Питера, что с ним случилось. Питер объясняет, что попал в шторм. Видимо, его выбросило за борт. Он во что-то ударился и потерял память. Малькольм Харт любезно предлагает Питеру отправиться с ним на Ямайку. Он говорит, что выделит Питеру каюту, и по пути Питер сможет вспомнить, что с ним произошло. Что ж, Харт любезный малый. Я думаю, что Питер совершенно не прочь воспользоваться этим предложением. Появляется новый квест «Потеря памяти», и Питер отправляется на Ямайку вместе с Хартом восстанавливать память. И далее Питер с Малькольмом отправляются к Порт-Рояле. За время этого путешествия, я так понимаю, Малькольм рассказывает историю о прошлом Питера. Мне очень нравится эта формулировка, не о прошлом, а историю о прошлом. Интересно, что там бы сказал Малькольм. В общем, мы этого пока не знаем. Они прибывают в Порт-Рояль, Малькольм говорит, что у него какие-то дела, а Питер отправляется в город. Напомню, что он разыскивает Джека Воробья. Вот он должен выглядеть примерно так. Признаться, я этот фильм никогда не смотрел. Но вот есть возможность посмотреть, как у вас. Надеюсь, не весь. Здесь странноватый тип на какой-то тонущей моторной лодке приближается к берегу, проплывая мимо своих собратьев. Которым он дает последние почести.
общем, персонаж мистический, это мы понимаем, а также я так понял, что все-таки это Джек Воробей, да? Я так понимаю, мы переносимся как бы в шкуру Джека Воробья. Начальник Потта говорит, что здесь причалит стоит шиллинг. За 3 шиллинга он его называет мистером Смитом. Соответственно, теперь Джек Воробей вроде как Смит в Порт-Рояле. Далее прибывает Питер. Он называется своим именем, также спрашивает у портового управляющего, кто перед ним прибыл, так как ему показалось, что этот человек похож на того, кого он ищет. Интересно, откуда он знает, кого он ищет. Ну, в общем, теперь Питеру надо идти в таверну и спрашивать насчет Джека Воробья. Итак, Питер идет в таверну расспрашивать о Джеке Воробье, которого он почему-то здесь узнал. Когда он его раньше мог видеть, непонятно. Дальше мы переносимся снова в шкуру Джека Воробья. Он здесь мило беседует с двумя солдатами, которые охраняют пристань. Для чего, в общем, не очень понятно. Тут подходит еще какой-то торговец. Кстати, он разговаривает как бы с Питером Блейком. Я так понимаю, что это какой-то случайный торговец. К делу отношения не имеет. Тут идет перепалка между этими солдатами. Один говорит, что видел эту черную жемчужину, другой ему не верит. Дальше мы снова переносимся в таверну. Здесь Питер Блейк наконец-то может расспросить таверщика о Джеке Воробье. Тот говорит, что он сдох, то есть Джек Воробей. Питер говорит, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Ну что ж, появляется запись теперь, что нужно идти в город. Может быть, там Питер наткнется снова на Джека Воробья. В общем, есть резон. Мы-то знаем, что он действительно в городе. Здесь мы снова переносимся, в шкуру Джека Воробья. Здесь идет... Видимо, какая-то сцена из фильма. Честно говоря, я этот фильм не смотрел, поэтому ничего особо не понимаю. Я так понимаю только то, что здесь Джека Воробья пытаются схватить. Тогда как он объясняет, что он корабля не имеет и приехал, не приплыл сюда присмотреть себе корабль. Также он разговаривает с некой мисс Сон и говорит, что она надолго запомнит тот день, когда его пытались арестовать. Ну, понятно, что эта попытка неудачная. Джек смывается. Далее он входит в помещение, где некий Тёрнер. Я так понимаю, это еще один персонаж фильма «Пираты Карибского моря». Ну что ж, здесь надо драться с этим Тёрнером. Но Тёрнер, в общем, бессмертный. Тут приходят солдаты, арестовывают Джека Воробья. Он оказывается в тюрьме. Что ж, дальше мы снова в шкуре Питера Блейка. Он вышел на улице Порт-Рояля, а здесь какое-то нападение, что-то все взрывается. Видим, что тут скелеты. Ну, понятно, что это черная жемчужина, видимо, напала на Порт-Рояль. Также мы видим, что эти скелеты бессмертные, значит, драться с ними, в общем, бесполезно. Ну, в общем, я все-таки попробую слегка. Хотя, скорее всего, тут, наверное, лучше было бы сразу умереть, чтобы время не тянуть.
Ну а вдруг что произойдет за это время? Может, они вдруг смертными станут? Ну, в общем, Питера оглушают. Для чего эта жемчужина напала на Порт-Рояль? И вообще, что означает этот сценарий? В общем, я думаю, лучше фильм посмотреть, чтобы понять, видим, что здесь пираты. И там уже не скелеты именно, а пираты. Видимо, они приобретают человеческий облик уже здесь, в тюрьме. Они нападают на тюрьму, где сидит Джек Воробей, которого схватили у Тёрнера. Посмотрим, что из себя представляет Джек Воробей, раз уж мы за него играем. Отчасти, по крайней мере, в общем, он 20 ранга. У него нет вообще никаких способностей. Фехтование у него десятка, в смысле умений. Заданий у него нет, но вот это торговец. Ну, я так понимаю, что это торговец случайный. В общем, он дал задание даже не Воробью, а Питеру Блейку скорее. Также у него дорогая рапира, вы могли видеть. В общем, неплохое оружие. Вот плохо, что не уличилок нет. Вот это да. Что дальше приходят пираты, говорят, что в прошлый раз они его видели, удаляясь от какого-то острова. Я так понимаю, что его бросили на необитаемом острове, сейчас его участь не намного лучше. Он же говорит, что самая плохая участь ждет предателей. Я так понимаю, он их имеет в виду, этих пиратов. Дальше мы снова переносимся в шкуру Питера Блейка. Уже утро. Ну, его оглушили, понятное дело, но он, естественно, остался жив. Теперь он вспоминает, что на город напали живые мертвецы, явно с черной жемчужины. А это значит, что Питер, в общем, на правильном пути, чтобы найти этот корабль. Ну и теперь нужно идти в тюрьму и расспрашивать Джека Воробья. Правда, откуда Питер знает, что он в тюрьме? Ну да ладно вообще. Питер идет в местную тюрьму, расспрашивает Джека Воробья о черной жемчужине. Но тут без него соискателя этого корабля хватает. В частности, Уильям Тёрнер, который ищет свою любовь, я так понимаю, мисс Свон, которую похитили пираты с этого корабля. И теперь он расспрашивает также Джека о жемчужине. Тот говорит, что там стоянка на Исла-Муэрта. Помогать Тёрнеру из-за любовных похождений он не собирается, так как там нет выгоды, но Тёрнер предлагает снять решетку с петель, а также называет свое имя и фамилию. Эти два обстоятельства убеждают Джека Воробья взять его с собой. Далее по пути они встречают Питера Блейка, у него тоже потребность найти черную жемчужину. В общем, так как третий клинок, я так понимаю, не помешает, то Джек Воробей соглашается, в общем, и на его присутствие в этой экспедиции в поисках черной жемчужины. Но дальше они выходят, соответственно, здесь надо драться с английской стражей, чтобы освободить Джека Воробья. Джек Воробей и Уильям Тёрнер здесь бессмертны, поэтому, в принципе, теоретически здесь можно вообще не драться, а просто бегать по локации и ждать, пока эти двое бессмертных не завалят всех англичан. Но это долго, естественно, я этим заниматься не буду, таким долгим ожиданием. Поэтому Питер Блейк, в общем, возьмет на себя ликвидацию части этих англичан.
Я хоть и не смотрел этот фильм, но, в общем, скажем так, это такой фильм, сценарий которого все равно знаешь примерно, поэтому чем я представляю себе в общих чертах. Я так понимаю, что Уильям Тёрнер нужен Джеку Муравью, потому что он какой-то особенный, он сын особенного человека, кровь которого позволит снять проклятие с этих пиратов. Именно поэтому Джек, собственно, и согласился. Ну, конечно, из-за освобождения с тюрьмы тоже, безусловно. Тем более, что, в общем, интересы этого Уильяма Тёрнера никак не противоречат интересам самого Воробья. Так как Тёрнера интересует мисс Свон, которую, я так понимаю, взяли по ошибке. Опять же, эти налетчики проклятые. Собственно, они здесь и оказались, видимо, только для того, чтобы захватить человека, который сможет снять проклятие. Но, в общем, ошиблись. Вместо Тёрнера захватили мисс Свон. Но это я, в общем, вкратце пересказываю тем, скажем так, немногочисленным людям, если такие вообще есть, которые так же, как я, скажем, смотрели этот фильм. И в том числе каким-то образом, к тому же, еще не очень знакомы с сценарием. А вот интересы Блейка как раз сильно противоречат с интересами Воробья, поэтому я думаю, что здесь так просто Воробей не отдаст эту черную жемчужину. В принципе, создатели этого аддона явно рассчитывали на то, что все знают сценарий этого фильма, все его смотрели. Так как они здесь особо не объясняют этот сюжет. Ну вот Питер разделся с последним англичанином. В принципе, опять же, здесь можно было подождать, пока двое бессмертных не разделаются с оставшимися англичанами, но я этого делать не буду. В целях экономии времени. Чего вот я не помню по сценарию, так это почему сам Джек, собственно, не получил это проклятие. Но, видимо, его оставили на необитаемом острове достаточно давно, после чего эта команда, видимо, получила то самое проклятие, поэтому Джек мечтает вернуть эту черную жемчужину. Но пока не будет снято, естественно, проклятие, это ему не грозит, так как ему просто не победить этих пиратов, так как они бессмертны. Мы видели, собственно, там в начале, что они все бессмертные, их не убить. Для чего они хотят снять с себя это проклятие, ну, в общем, смотрите фильм, видимо, для того, чтобы понять этот тонкий психологический момент. Но также я отмечу, что, судя по всему, все-таки это очередной, скажем так, побочный все-таки квест в рамках как бы основной сюжетной линии. Потому что не думаю, что кто-либо здесь, Джек Воробей, Уильям Тёрнер или, скажем, мисс Свон, они каким-то образом связаны с Резаком, с Айсом или Рубиусом Юджи. Ну вот, повержен последний англичанин. Соответственно, теперь нужно идти в город, захватывать там корабли. И далее эта троица идет в Порт-Рояль. Переносимся туда сразу по скрипту. Напомню, что у Питера корабля нет, так как он попал в шторм, его выбросило, и его сюда привез Малькольм Харт, который, кстати, здесь, в общем, не появляется нигде больше. Зачем он его сюда привез, случайно или нет, тоже непонятно. Ну да ладно. В общем, Питер
подходит к причалу, дальше к нему подходит Джек Воробей. Он удивлен, что у Питера нет корабля, но решение само собой напрашивается, нужно реквизировать этот корабль. В терминологии морской Джека Воробья, с которой он знакомит Питера. Ну и вот реквизиторы пришли за реквизируемым имуществом. Солдаты с этой реквизицией не слишком согласны, английские. Ну да кто их спрашивает, в общем-то. Джек и Уильям здесь по-прежнему бессмертные, так что, в принципе, здесь можно теоретически вообще просто бегать. Ну вот тут англичанин все-таки увязался. Но видим, что бой совсем не сложный здесь. Далее выходим в бухту. Кстати, видим, что почему-то английские корабли и форт дружественно. Видимо, они еще не осознали, что этот брик захватили. Трое реквизиторов. Ну что ж, теперь надо уходить в открытое море. Как только выходим в открытое море, следует скрипт, и мы переносимся на палубу корабля. И Джек Воробей подбегает к Питеру. Он благодарит Питера за освобождение, а Питер просит, чтобы тот рассказал о черной жемчужине. Предполагается, что мы смотрели фильм, поэтому, чтобы узнать эту историю, видимо, вам надо смотреть этот фильм. Соответственно, дальше следует уговор, в соответствии с которым каждый получает свое, а именно Джек Воробей получает месть Барбоссе, Питер получает корабль, а Вилл получает мисс Суон. Но дальше надо плыть на Тартугу за командой. Далее троица прибывает на Тартугу, здесь по скрипту сразу переносимся в бухту. Джек Воробей говорит, что надо следовать за ним в пиратское поселение. Здесь сразу подходит Джейсон Гикс. Они с Джеком рады друг друга видеть. Также по скрипту переносимся в таверну. Здесь Джек и Джейсон сидят отдельно от Питера и Уильяма. И, в общем, за глазами они обсуждают то, что надо делать дальше. Именно так как у Джека есть козырь теперь, а именно сын Билла, прихлопа Билла Тернера, который нужен проклятой команде, поэтому у них есть серьезный козырь. Также они говорят о том, что Питеру, скорее всего, корабль не достанется. Далее переносимся уже в шкуру Гектора Барбосса. Он разговаривает с Элизабет Суон. Выясняет, что она самозванка, что она им, в общем, не нужна, но, тем не менее, они ее не убивают. Дальше снова переносимся к нашей троице. Они отправляются на поиски черной жемчужины. Дальше опять по скрипту мы встречаем эту черную жемчужину где-то в море. Здесь появляется знакомый нам ролик. Я так понимаю, что действие это происходит где-то около Исла-Муэрта. Так как Джек Воробей знает, где их искать. Дальше по скрипту переносимся на палубу. Здесь Джек спрашивает Питера, что будем делать, так как уже черная жемчужина на горизонте. Питер почему-то говорит, что он этого не предвидел. Интересно, они отправились на поиски черной жемчужины и, видимо, не предвидели, что делать, если они ее встретят. Ну, понятно, что идти на абордаж. Ну, сразу скажу, что здесь брать на абордаж черную жемчужину не обязательно. Тут самое главное, чтобы значок появился, в общем,
появилась возможность выйти на палубу. Ну, в общем, видите, я даже не стал сражаться, так как... Хотя они, в общем, здесь, насколько я понимаю, не бессмертны, но победить их... В общем, не имеет это особого смысла. Ну, дальше здесь следует диалог, где Барбоса приказывает убить Джека Воробья, хотя он недоумевает, как то спасся первый раз с острова. Дальше вступает в действие Вилл Тёрнер. Он, в общем, признается, что он сын прихлопа Билла Тёрнера. И, в общем, подносит, я так понимаю, пистолет к виску и говорит, что если пираты не остановятся, то он выстрелит себе в голову и, в общем, отправится к морскому дьяволу. Ну, в общем, дальше, я так понимаю, что этот Барбоса приказывает плыть к Исла-Муэрто, приказывает их всех связать, арестовать. И дальше опять по скрипту переносимся в пещеру, я так понимаю, с проклятым золотом опять. Здесь следует очередной сумасшедший диалог Джека Воробья. Но не сумасшедший, скажем так, запутанный. Он говорит, что самые опасные люди это честные, так как неизвестно, какую глупую честность они выкинут в следующий раз. Но так или иначе, все шло к схватке. Видим, что пираты атакуют Уилла Тёрнера. Он бессмертный, естественно. Поэтому наша задача в шкуре Джека Воробья это просто отбегать, время от времени подбегать и цокать этих пиратов со спины. Видим, что здесь увязался один. В общем, это не проблема. Один пират. Питер здесь неизвестно где. Ну, в общем, это все-таки история из фильма, поэтому Питера здесь, я так понимаю, быть и не должно. Но существенная проблема, конечно, здесь то, что нет лечилок. Еще раз повторю, у Джека. В общем, я сохраняюсь на всякий случай. Вилл, конечно, бессмертный, но если мы ему не будем помогать, опять же, то он будет их убивать 3 недели, этих пиратов. Включая Гектора Барбоса. Но я не комментирую, что тут реалистично, нереалистично. В общем, это бессмысленно, естественно. Это просто идет, скажем так, упрощенная и вырезанная, срезанная версия фильма, я так понимаю. Поэтому всем, кто его смотрел, и так понятно, что происходит без лишних диалогов. Что ж, еще раз сохранимся. Я очень правильно сделал, что сохранился здесь, так как дальше события для меня начали приобретать несколько неожиданный оборот. Я не знаю, баг ли это, или это такая задумка сценариста. В общем, сейчас мы видим, что остались только Барбоса и Вилл. Вилл бессмертный, Барбоса наоборот. Поэтому ждем, пока Вилл прикончит Барбосу. Можно было бы, конечно, вмешаться, но вы сейчас сами все увидите. Дальнейшее развитие событий. Поэтому я предпочту все-таки подождать в стороне. Возможно, я сделал ошибку, что вообще вмешался в этот бой. Ну, видим, что бой закончился, и теперь Барбос снова почему-то жив. Теперь он набрасывается на Воробья. А после того, как происходит вторая реплика, видим, что они оба набрасываются, и при этом Вилл бессмертен. Вот такого оборота событий я совершенно не ожидал. Я думаю, что здесь достаточно будет прикончить Барбосу.
В общем, не сразу до меня дошел выход, возможный из этой ситуации. Сначала я думал, что это баг, то есть несколько раз перезагружался. И даже вторую версию, которую я говорил, что вторую версию поставил этой игры, попытался так сделать, в общем, ничего не помогало. Но потом до меня дошло, что необходимо все-таки прикончить Барбосу, не трогая Вилла, так как он бессмертен, еще раз напомню. И действительно, это так. Здесь нужно убить Барбосу, при этом не умереть. Напомню, что у Джека под нашим чутким руководством нет ни одной лечилки. Еще раз повторю, опять же, я не смотрел фильм, поэтому не знаю, как там все в сценарии. Но вот, прикончил наконец-то Джек Барбосу. Здесь снова вставка из фильма. Что-то я не вижу, чтобы здесь Вилл дрался с Джеком Воробьем. Да, у Джека не было пистолета, к сожалению, здесь, потому что, по правде, надо было выстрелить под конец у него. Оказывается, чтобы все было как в фильме. Вот для чего, видимо, Барбоса хотел снять заклятие, чтобы что-то почувствовать. И вот он почувствовал холод. Что вам желанно более всего? Ну, видим, что дальше мы переносимся снова в игру. Теперь уже захватить жемчужину несложно, я так понимаю, что это остается за кадром. И вот уже захвачена жемчужина, я так понимаю. Джек предлагает отплыть на Тартугу и отпраздновать хорошенько это дело. Называет этот корабль кораблем Питера. Ну, понятно, что жулик и хитрец этот Джек. Дальше мы переносимся, где мисс Суон и Уилл Тернер наконец-то обрели друг друга. Я так понимаю, у них все замечательно. Они отправляются вместе на Ямайку. Дальше мы переносимся в таверну, где пьют Джек и Питер. Джек покидает Питера, а Питер пьет. Но было бы странно, если бы Джек, этот хитрец и пройдоха, не обманул Питера, которого здесь, в общем, скажем так, сценаристы делают. Но не будем повторять это слово, ладно. Кажется, ветер, ты переменился. Соответственно, Джек, естественно, крадет этот корабль вместе со своим подручным Гиггсом. Что-то тут любят здесь футбольными фамилиями называть персонажей. То Торос, то Гиггс. Ну вот Питер, естественно, очнулся, проснулся. Корабля нет, ничего нет. В общем, достойное окончание, понимаю, этого квеста. Правда, он еще в архив не ушел. В общем, нужно идти в Тартугу и искать там какой-либо корабль. Питер входит в Тартугу. Здесь он встречает матроса со своего корабля. Какая приятная неожиданность. Оказывается, его корабль и его команда все здесь. Я так понимаю, деньги вернут. Хотя, в общем, денег у Питера не было. Питер говорит матросу, чтобы тот обрадовал стальную команду. Я так понимаю, на этот раз в таверну все вместе пить не пойдут. Питер говорит также, чтобы они готовились к отплытию. Смотрим журнал, и там написано, что отплывать надо будет в Лавегу Кантонеле. Не знаю, как Питер почувствовал, откуда он узнал, что Кантонеле вернулся из Европы. И также забавно, что эта надпись именно по-прежнему в квесте «Корабль-призрак». Неужели это будет продолжение именно этого квеста? Подойдя к причалу, Питер понял, что по-настоящему его ограбил не Джек Воробей, который вел черную жемчужину, а разработчики, которые отняли с таким трудом захваченный миновар, подсунули бригантину с таким же названием. Слава богу, она не называется «Ошибка», и на том спасибо.
Также напомню еще раз, что квест «Корабль-призрак» еще не ушел в архив, и там написано, что нужно отправляться к Антониэле. Я уж не знаю, даст ли Антониэле какую-то наводку на Джека Воробья. Хотелось бы, конечно, надеяться. Не все же ему оставаться безнаказанным, как в фильме. Но в любом случае, теперь Питеру нужно тратить время на то, чтобы заполучить корабль побольше, получше. А следующая серия, думаю, мы встретимся уже в приемной Антониэле. Но эта серия закончена, продолжение следует, пока.